поприветствовать вас на сегодняшнем матче. Надеюсь, не мешать вам его смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Рома встречается с Лацио. Что нового приготовила для нас и, главное, для соперника Рома? Новый сезон вот-вот начнется, и по его итогам команда надеется взять чемпионство. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Атакующая комбинация Ромы. Ударище просто. Сегодняшние гости показывают лучший результат в лиге по забитым мячам. И, конечно, попробовать свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Может получиться интересная атака. Перехват мяча, и можно начинать атаку. Сергей! Невероятное спасение! Лацио подаст угловую. Подали мяч с угла. Марко Пароло! И счет в матче открыт. Отлично они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Без единого шанса для вратаря. Великолепный удар головы. Очень здорово исполнил. Прицельно, мощно, результативно. Кевин Строт. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Скандально известные поединки Ромы и Лацио порой превращаются в подобие гладиаторских боев, а Олимпийский стадион – в современную реинкарнацию Колизея. Рекордсменом столичного дерби является, к сожалению, закончивший свои выступления за Рому римский гладиатор Франческо Тотти. На его счету больше всего и проведенных матчей, и забитых в ворота Лацио мячей. Сандро Флоренци. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. В этой атаке оборону пройти не удалось. Раджат Энгула. Рома идет к воротам. Хороший шанс есть у команды застать соперника врасплох. Тащит вперед мяч. Ну что, смогут извлечь в выгодной позиции игрок. Угловой разыгрывают футболисты Лацио. И прямо в центр штрафной мяч летит. Сергей Милинкович Савич. Где же удар? Гол! Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Эль-Шарави. Чиро Иммобили. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Сергей Милинкович Савич. Кевин Строт. 2 минуты еще играть. Именно столько добавляет судья. Выбит мяч из штрафной. Тут может что-то получиться. Иммобили, надо решать. И это удар.
И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать.